Утром 19 февраля в региональный следственный комитет поступило сообщение о гибели 4 человек, двое из которых – дети. Семья погибла в огне пожара в дачном доме, расположенном в СНТ Конаковского района. Расследуется уголовное дело по факту гибели при пожаре 19 февраля в СНТ «Елочка» мужчины и женщины, а также двух малолетних детей. Следователями-криминалистами Следственного комитета детально произведен осмотр места происшествия, допрошены жители соседних домов, изъяты объекты, которые могут иметь доказательственное значение. Для определения точной причины смерти взрослых и детей, а также очага и причины возгорания, назначено соответствующее экспертное исследование. Для определения точной причины смерти двух взрослых и двух детей, а также очага и причин возгорания, назначено соответствующее экспертное исследование. По указанию руководства Следственного управления СК России для тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии на место происшествия выехали опытные сотрудники отдела криминалистики. В ходе предварительного следствия также будут устанавливаться все причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается. В Твери на расширенной коллегии подвела итоги работы Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. В прошлом году полномочия Волжской прокуратуры расширены на 2 прикаспийских региона – Республики Дагестан и Калмыкия. Работа 19 межрайонных природоохранных прокуратур на территории 17 субъектов Российской Федерации и 5 федеральных округов была нацелена на решение экологических значимых проблем, фактическое устранение и профилактику нарушений. Состояние экологической законности и его динамика оставались предметом постоянного внимания прокуроров. Прокурорскими проверками выявлено почти 21 тысяча нарушений федерального законодательства. В целях их устранения внесено свыше 13 тысяч актов прокурорского реагирования. По результатам проверок дисциплинарной административной ответственности привлечено почти 6 тысяч лиц. Возбуждено по нашим материалам 218 уголовных дел. Выявлены преступные деяния в сфере охраны вод, атмосферного воздуха, животного мира, лесов, водных биоресурсов, земли и почв, обращения с отходами. На особом контроле находилась реализация национального проекта «Экология» с объемом финансирования в 19 миллиардов рублей. Приведено в соответствие с требованиями закона 15 полигонов и объектов размещения отходов. Ликвидировано 346 несанкционированных свалок. Снесено 38 объектов, незаконно размещенных в границах береговых полос. Возвращено в государственный лесной фонд свыше 50 гектаров земель. В прошлом году на 22% сокращены незаконные рубки древесины. Прокурорскими проверками вскрыты факты незаконных рубок лесных насаждений под видом легитимных. Предъявленные иски направлены на пресечение экологических правонарушений во всех сферах надзорной деятельности. Продолжено внедрение судебной практики по защите экологических прав граждан и интересов государства. В результате принятых мер исполнено 615 решений судов. Не уходит с повестки дня вопрос обеспечения единого правового пространства. В этих целях прокурорами оспорено почти 2000 незаконных нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Благодаря прокурорскому вмешательству приведено в соответствии с федеральным законодательством почти 2400 региональных и муниципальных актов. Предотвращено принятие 664. Такую работу необходимо продолжить в текущем году. По итогам обсуждения выработаны меры, направленные на совершенствование организации работы, повышение эффективности надзорной деятельности и защиты прав граждан.